Большой бокс в Волгодонске. 25 мая, буквально через пару дней, в спортивном комплексе «Олимп» пройдет вечер профессионального бокса, одного из самых зрелищных видов спорта. В программе 3 титульных и 4 рейтинговых поединка. Организаторами шоу выступили промоутерская компания «СКВ Боксинг» и Федерация профессионального бокса Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа. На ринг выйдут бойцы из России, Украины, Армении, Чехии, Латвии, Германии и Ганы. Но главная интрига вечера – встреча волгодонца Дмитрия Кудряшова, который носит титулы чемпиона WBC и интерконтинентального чемпиона с одним из лучших ганских боксеров – принцем Джорджем Акрангом. На ринге они оспорят звание чемпиона мира весовой категории до 91 килограмма по версии UBO. Информационным партнером вечера большого бокса в Волгодонске выступает телекомпания ВТВ. Шоу начнется уже завтра. В спортивном комплексе «Олимп» пройдет процедура взвешивания боксеров и пресс-конференция. Приглашаю всех желающих на завтрашнюю церемонию взвешивания. Каждый пришедший сможет задать вопрос, пообщаться с боксерами, сфотографироваться, поэтому приходите, будем рады. Также состоится пресс-конференция, которая состоится завтра в 2 часа дня в спортивном комплексе «Олимп». Организаторы приглашают всех желающих прийти на пресс-конференцию бойцов. Горожанам следует поторопиться и по той простой причине, что в день самих поединков 25 мая билетов на бои уже может не быть.